Здесь мы видим, как грибки выполняются прямыми руками. Вот можно даже провести прямую. Видно, что рука у нас прямая. Она должна согнута быть под углом 90 градусов. Вот так примерно. Поплыли дальше. Здесь также мы вот видим на другой уже руке, что рука практически прямая. И также надо согнуты 90 градусов. И желательно по центру тела. Поплыли дальше. Здесь мы видим также, как типичная ошибка у всех любителей, и не только у любителей, локоть остается у нас сзади, а должен он быть примерно вот здесь. То есть у нас проваливается локоть, и мы, получается, у нас грибок уже смазывается. Также мы тут видим, что голова у нас опущена вниз, и это хорошо видно на протяжении нескольких грибков. Так, и мы сейчас покажем, как мы не догребаем, то есть у нас не до конца грибок происходит. Так, сейчас мы попробуем поймать. Вот, мы видим, что здесь она раньше уходит, рука. Можем просмотреть еще раз.